Друзья, всем привет! Еду проходить техосмотр. Посмотрим, попробую поснимать, как они проверяют машину, что вот самое такое приоритетное у них для проверки. Смотрят ли они там на резину, на ходовую, на стекла, на зеркала, ну там, все абсолютно. Посмотрим, что они, возможно, даже спросим, как бы, без чего вот не дают Кацастус. Будет, я думаю, интересно. Мне даже самому интересно посмотреть вот более так щепетильно, что они смотрят. Я вот только один раз проходил. Это когда машине 3 года, потом надо проходить. Это был старый закон. Теперь уже 5 лет. И следующий раз после 5 лет. Так что едем в К1 Кацастус. Посмотрим. У нас на 10 часов забронированное время. Сейчас 8:30. В общем, направляемся туда и посмотрим, как это все происходит. Ну вот я оплатил 47 евро. Вот такое вот здание. Такие места для машины. Что будут проверять, посмотрим. Разрешили поснимать. Забрал ключи. Ушел на улицу, видно. Сейчас возьмет машину и будет смотреть, проверять, что работает, что не работает. В общем, сам Кацастус стоит 25 евро, но 22 евро еще проверка на выбросы CO2. Проверил дворники. Сейчас будет заезжать. А, он сначала просто поехал. Проехаться. Нифига себе. Я не ожидал. Здесь всегда стояла кофемашина. Она сейчас, так как коронавирус, ее нету, просто столик. Я так понял, он поехал проверять там ручник, тормоза на скорости. Только покажу вам вот такой вот стенд. Ну, в принципе, ничего сверхъестественного, но вот так вот каждый год машину надо сюда пригонять, и чтобы они проверяли. Ну вот и ласточка подъехала. Посмотрим, что он будет смотреть в перчатках резиновых. Ё-моё, даже свет проверяют. Пойдем посмотрим поближе.
перезадок проверяют, чтобы перед полностью, перезад. Я вот снимаю сейчас нон-стопом, чтобы посмотреть, сколько это времени занимает. Ну что, ребятки, вы все сами видели, как проходил этот кацестус, как проверяют машину, что проверяют. В основном я так посмотрел, это свет, ходовая, в принципе, все, что самое нужное в автомобиле для безопасной езды. Поэтому 10-15 минут проверка машины раз в 2 года. Вот следующий кацестус мне дали до 22 года. Поэтому всем удачи на дорогах, безопасной езды. Ставим лайки, подписываемся на канал, не забываем написать комментарий, что понравилось, что не понравилось. До новых встреч, ребят. Всем пока-пока.